Ну, было непросто. Было непросто. Пришлось есть 5 раз в день, чтобы стать покрупнее, чем я есть. Ходить на тренировки через там, 2 дня, через день. Сначала меня учили драться на боксе, а потом, спустя недели, 3 месяца, каскадеры... Я пришла к каскадерам, они говорят: «Ален, а бить не надо». Я говорю: «Как не надо? Меня учили 3 недели бить, как не надо бить?» Он говорит: «Ты же не можешь людей бить в кадре». Вот, потом я пыталась разучиться бить.